Вот, уважаемые подписчики канала Фарнакс Фильм, первый, точнее нулевой день выставки «Салон Каминов 2020» подходит к концу. Буквально через 3-4 часа здесь будут погашены огни, и все стенды должны быть готовы. Но нам, конечно же, как магазину, который в первую очередь торгует банными печами, тем более скоро начинается банный сезон, сезон, когда все владельцы загородных участков будут готовиться к тому, чтобы обновить свою баню, либо же построить новую. Нам в первую очередь, конечно, интересны те стенды, на которых представлены банные печи. И, конечно же, во главе этого списка находятся две компании. Это компания Гефест, у которой просто невероятно огромный модельный ряд чугунных банных печей, начиная от самых недорогих моделей типа Грозы и заканчивая премиальными моделями в облицовке. Но также нам интересен еще стенд, который находится недалеко от как раз от стенда Гефеста, буквально напротив. Это стенд компании Везувий. Я сегодня провел довольно много времени на этом стенде. Руководство компании любезно разрешило мне поприсутствовать при некоторых моментах их внутренней работы. Собирали облицовки, монтировали печи. Было очень интересно смотреть за их работой. Ну и, конечно же, многим из вас интересна в первую очередь новинка от компании Везувий. Это печь Эверест, чугунная печь Эверест, которая также имеет огромную толщину своих стенок. Очень интересный, но в то же время простой конструкции. И я думаю, что более чем интересно будет еще и цена на эту печь. Ну, естественно, все сейчас подробно рассмотрим, посмотрим и увидим, чем она отличается от других моделей, которые представлены на рынке, аналогичных моделей. Ну и, естественно, мы посетим стенд наших уважаемых, наших давних партнеров, компании «Камин». Я встречусь с Владимиром, с тем человеком, который приезжал к нам в Новосибирск в гости и рассказывал о своих новинках. Я думаю, что и завтра, во время первого полноценного рабочего дня на выставке, он мне проведет небольшую экскурсию по стенду и расскажет о своих новинках. А новинки есть, новинки очень интересные. Естественно, я все покажу, расскажу. Но сейчас все-таки давайте пройдемся по стенду, посмотрим, что приготовили производители для нас. Конечно же, стенд компании Technolit, производящий печи Гефест. Невероятное количество чугунных банных печей, различные конфигурации, различных размеров, различного дизайна. И, ну, конечно, назначение у всех одно – радовать своих владельцев прекрасным паром. Печи с открытой каменкой, печи с закрытой каменкой, печи в облицовке, печи, рассчитанные на маленькие, на сверхмаленькие бани. И одна из новинок компании Гефест – печь, которая собирается также поэлементно, но имеет уже такую цилиндрическую конструкцию. Как только ребята закончат монтаж своего стенда, я обязательно еще раз подойду и, чтобы не мешать им, подробно посмотрю на эту печь. Шикарные разрезы печей. Здесь можно увидеть абсолютно все элементы печки Гефест, из чего она состоит. Толстенные стены из чугуна. Большой литой массивный чугунный колосник. Зуб-отбойник. Дно каменки. Просто невероятная толщина. Шишки чугунные, которые также дополнительно можно приобрести как элемент печи. И здесь в тыльной стороне топки видно канал подачи. Тоже чугунный канал подачи воздуха для того, чтобы несгоревшие газы здесь вот в этой зоне догорали. Чугунный стартовый модуль. Очень полезная вещь для любой банной печи. А здесь еще установлен такой элемент, как шибер. Тоже чугунный. Все брендировано. Видно, что это производитель Гефест. Очень много печей. Просто очень много печей. Еще одна новинка — отопительная печь. Простенькая конструкция. Но думаю, что
тоже будет интересно ряду владельцев загородных домов. Конечно же, ассортимент еще велик за счет различных облицовок для чугунных банных печей. Змеевик. Вот здесь тоже модели змеевика. Змеевик. Талькохлорид. Пироксенит. Вновь тальк. Тальк очень теплый камень. Огромные чугунные банные печи для настоящих ценителей русской бани. Стенд компании Гефест выполнен в виде острова. С любой стороны, откуда вы ни зайдете, открывается вид на великое множество банных печей.